Класний тревел триває. Тиждень тому наш п'ятикласник розвінчав міф про відому плавучу школу у Камбоджі. Виявляються, це казочки для туристів. Ну а зараз ви побачите, в якій школі учні складають іспит у перший день навчання. І чому діти підпрацьовують двірниками? 30 країн. 12 місяців. Один школяр і одна мама. Вперше в Україні і тільки в абзаці. Прості українці з Феодосії, п'ятикласник Влад і його мама Таня вирушили у неймовірну подорож. Упродовж року хлопчик буде навчатися у 100 школах планети. Влад і мама продали машину, речі і на виручені гроші поїхали навколо світу. Сім'я на усьому економить. Живуть у людей, які дають безкоштовний нічліг, їздять автостопом і з головою занурюються у вільне життя без кордонів. Усе це ексклюзивне відео вони передають мені, щоб я показала вам. Безпрецедентний експеримент у режимі реаліті. На черзі вже друга країна після Індії – спекотна Камбоджа. Привіт. Як здоров'я? Спасибо, хорошо. Несмотря на те, що в Камбодже дуже багато всякої вкусної, неполезної пищі, я все-таки скучаю по нашим столовським котлеткам і пельменям. Ти ходив цей тиждень ще в одну школу? Так, да, і вона дуже крута. Я зараз о ній розкажу. Давай. Взять шумних дітей, потім чуть-чуть медитації. Поставить учителя с микрофоном, который пытается объять огромный класс. И добавить непонятных слов. Сейчас урок мерзкого. Это будет он. Наверное, где-то таким я и вижу рецепт государственной школы в Камбодже. После частной школы, где пятый класс учится вместе со вторым, а в классе всего по 5 детей, я решил записаться на вторую смену и параллельно ходить еще и в государственную школу. Бесплатную. Оказывается, так подумал не только я. Потому что, когда я пришел в госшколу, то встретил своего коллегу по парте с прошлой школы. Он тоже сразу в две ходит. Это для нас обычное дело. Мы не сошли с ума, и даже не ботаны. Дело в другом. Он мне сказал, что так как в частной школе обучение проходит только на английском, то можно хорошо устроиться в жизни. А в госшколу ходят из-за диплома и кхмерского языка. Но ходить в школу параллельно мне не удалось, потому что договариваться с руководством заняло бы определенное время. Поэтому я пошел в другую школу, дайверскую, а потом я вернусь сюда. Итак, мы с мамой поехали в город Сиануквиль за 230 километров на юго-запад от Пномпеня. Договорившись на берегу об условиях обучения и проживания, мы отправились на остров Кахронг. Ехать туда на лодке аж 2,5 часа, так что я успел не только поесть, а и поспать. Но дорога того стоила. Когда я увидел этот остров в Сиамском заливе, я понял, что это рай. Аж не верилось, что такая красивая вода существует. Но гулять и наслаждаться долго не пришлось. Через 5 минут, как ступила моя нога на берег, началась учеба. И так до позднего вечера. Первый день тебе придется сдавать экзамены. Экзамены? Да, ты должен будешь показать, что усвоил и как вести себя под водой. Во-первых, мне выдали личный сундучок с экипировкой. Питер, наш тренер. OW Open Water и мое имя Влад. Они все говорят Влад. На первый день мы учились на берегу, и даже при таком раскладе не обошлось без травм. Когда мы погружались первый раз, у меня непонятно, то ли жилет, то ли сам костюм на шее давил. Мне очень так приятно. И мы пытались лечить, уже заделывали, но все равно осталось. А вот и отель, где мы будем спать. 6 двухэтажных кроватей, кровать стоит $5 в день. В принципе, недорого. Поскольку мест не было, нам с мамой пришлось спать на одной кровати. Но, походу, к нам кто-то третьим прилег. Только что мы заметили, что в нашем рюкзаке пробоина. Как-то раз просто у нас здесь была ящерица большая, она ела что-то. Здесь лежали фантики от мороженого, которые мы забыли вытащить. Второй день начался с физнагрузок и пошло-поехало. Последний инструктаж и... Круто, но немножко страшно. Немножко.
Целый час под водой. Я даже деньги нашел и насмотрелся. Рыбки такие цветные, красота. Видели рыб большие? Ежика морского. Сколько? 31. Ого. Обедали прямо на лодке. В основном рис. Не спайси. Ну, ланч всегда хорошо. А иногда даже рис с картошкой. Странно, но едой перебирать не приходится. Остальные дни мы уже дайвили как сумасшедшие. Слева от меня, кстати, моя одноклассница по школе дайвинга, Сьюзан с Канады. Нас всего было трое в группе. Еще Робин с Германии и учитель Пит с Австралии. Сюда на остров Кохрон приезжают учиться со всего мира. Каждый раз, когда ты под водой, ты видишь то, что не видел никто до тебя. Максимальное погружение 10,5 метров. Это считается уровень для продвинутых дайверов. С Украины у нас уже были люди, но таких маленьких я здесь еще не видел. Пока я учился, мама отдыхала. Несправедливо. В конце концов, пришлось сдавать экзамены, как в настоящей школе. Не люблю экзамены, но океанский воздух действовал как-то расслабляюще. И не только на меня, и не только воздух, наверное. Екзамен був страшний. Чи отримає Влад диплом? Дізнаєтеся вже наступної п'ятниці.